Початок останнього місяця осені Ужгород зустрів як господар командного чемпіонату України з художньої гімнастики. Дійство відбувалось в спорткомплексі «Юній». З усієї України поборотись за призові місця приїхало близько 700 спортсменів, які представляли 30 команд. Серед учасниць гімнастки вже і світовим визнанням. Здесь сильнейшие гимнастки, к сожалению, отсутствует наш лидер Анна Резединова, но сейчас у нее такой соревновательный сезон, который у многих международный закончился, у нее он продолжается, поэтому она просто не могла сюда приехать. Но здесь находится Мазур, наш второй номер, Мазур Виктория, это гимнастка, которую просто все обожают, и ее прекрасное выступление очень украсило соревнования. Очень много сильных юниорок сейчас, подрастающая смена, наше будущее. Как рассказывают организаторы змагань, чемпіонат – це не тільки боротьба за першість, але й чудова нагода проявити себе перед професійними суддями. Адже саме за результатами турніру кращі гімнастки будуть відібрані до команди національної збірної, яка вже представлятиме Україну на міжнародній арені. Ми дивимося дітей в групові упражнення, ті, які, в общем-то, далі будуть представляти. Смотрим на юниорские упражнения, потому что в этом году вообще в Международной Федерации изменился отбор на Олимпийские игры. И в контексте изменения в правилах смотрим детей, которые подойдут к сборной команде. До самих гімнасток участь у всеукраїнських змаганнях вже значне досягнення. Кожен тут хоче проявити себе з кращої сторони. Відзначають і гостинний прийом та високий рівень підготовки самих змагань. На этих соревнованиях на чемпионате Украины в Ужгороде мы уже не в первый раз, это уже раз, наверное, 6-7, если не больше. И всегда этот город отличается теплым приемом, действительно, люди все отзывчивые, искренние, вежливые, что в нынешнее время очень-очень удивительно. Прием с каждым годом все растет в различных уровнях, и в организационных, и в других моментах. То есть каждый раз удивляет и удивляет наша и ваша организация. Мы уже выступили, еще вчера закончили. Все участники старались, я особо всех не видела, но тех, кого видела, все намного лучше стали. Конкуренция достойная. Команда із Закарпаття на цьогорічному чемпіонаті в повному складі була представлена вперше.